Всем привет, это видео-версия сайта Tarantass News, и в этом выпуске расскажу вам о предложении депутатов давать налоговый вычет при покупке авто. В нашей стране могут ввести имущественный налоговый вычет по налогу на доходы физлиц при покупке машины российского производства. Данный законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Авторы инициативы предложили установить налоговый вычет в размере 10% от средств, потраченных на приобретение и переоборудование, к примеру, для водителей-инвалидов, нового транспортного средства российского производства, если покупка более 1 миллиона рублей. Максимальная сумма вычета таким образом составит 100 тысяч рублей, а получать ее можно будет не чаще, чем раз в 5 лет. Предполагается, что данные меры позволят инвалидам освободиться от уплаты транспортного налога, вдобавок простимулируют спрос на машины отечественного бренда и поспособствуют дальнейшему развитию рынка легковых авто российского производства в России. Региональные и местные бюджеты, как сообщил руководитель «Справедливой России» и один из авторов законопроекта Сергей Миронов, от такой поддержки не пострадают. Она будет ощутимой и для автопрома России, и для граждан. У меня пока все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantass.news. Пока! We'll be right back.